Поздравления с днем рождения коллектив телеканала «Евразия» получает с самого утра. Зрители звонят лично и оставляют пожелания в социальных сетях. Сегодня нам исполнилось 12 лет. Теплые слова в адрес телеканала звучат и от секретаря Первоуральского местного отделения партии «Единая Россия». Именно телеканал «Евразия» приезжает самый первый на любые новостные сюжеты. То есть вы не только показываете нашу информацию, деятельность нашей Первоуральской городской думы, администрации города. Там ведь различные абсолютно новостные сюжеты, поэтому даже порой мы, депутаты, вот смотря телеканал, мы не знаем того, что происходит в городе. Как депутат, пожелаю вам как можно больше хороших, позитивных съемок, как можно больше открытых, хороших, добрых, интересных новостей. За 12 лет своего существования коллектив телеканала «Евразия» добился многого. Пожалуй, самое ценное – это признание и любовь телезрителей. Выпуски новостей и телепроекты мы стараемся делать так, чтобы они были интересны и полезны для первоуральцев. При этом мы не стоим на месте, а постоянно развиваемся. Обновленная студия появилась всего несколько месяцев назад. Системный администратор Денис Прибылев рассказывает, работать приходилось буквально и днем, и ночью, чтобы не сорвать эфир. Мы новостную студию делали за одну ночь. То есть нам эти модули подготовили, собрали все и привезли сюда где-то в 8 часов вечера. И до 4 утра мы это все монтировали, собирали. Собственно, съемки у нас тоже не прекращались. Это был обычный рабочий день. За время существования телеканала студия менялась несколько раз. Изначально она была темных тонов. Сейчас ее фирменные цвета синий и красный. Также здесь появились дополнительные модули для записи программ и так называемый хромакей, на котором очень удобно писать в том числе прогноз погоды. Теперь о погоде. Завтра в Первоуральске будет пасмурно. Возможно, с утра пройдет небольшой снег. Новая студия, новая техника. В прошлом году также обновили оборудование в эфирной аппаратной. Сразу все заметили, что картинка у нас стала гораздо качественнее. Все камеры видно, как бы кнопочки превьюшные у нас красивые есть. В общем, работать стало гораздо комфортнее. Ну и вообще по-взрослому это уже все. Как на настоящем телевидении. Затем, как ведущая записывает прогноз погоды, внимательно наблюдает видеодизайнер. Владимир Шумихин должен в любой момент подсказать Яне Демидовой, куда встать или когда повернуться, чтобы в кадре все выглядело идеально. Сегодня прогноз погоды выходит в новом оформлении. Смена фона, наверное, происходит у нас раз в 3 года. Я считаю, что это вполне нормально, вполне очень интересно. Канал живет, канал работает, растет, продвигается. У Владимира Шумихина уже большой опыт по созданию так называемых обложек для самых разных программ телеканала «Евразия». Но этот проект особенный, признается видеодизайнер. Над его созданием он трудился около месяца. Мы ушли от 3D в данной погоде. Объем мы прибавили тем, что задействовали камеру, движение камеры у нас. И, соответственно, тенями, светом мы сделали объем. Как такового 3D у нас, в принципе, не присутствует. Единственное 3D мы делали, я воссоздал фон хроники. То есть предыдущий фон меня не устраивал, я его чуть переделал. По меркам телевидения 12 лет – солидный возраст. На телеканале «Евразия» учитывают предыдущий опыт и с оптимизмом смотрят в будущее. Здесь стараются идти в ногу со временем и держат руку на пульсе всех актуальных городских новостей. Юлия Тамильна, Александр Захаров. Хроника дня.